Улица Притеченская, Поперечная. Наверное, это обстоятельство и стало причиной многих не совсем гладких историй и случаев, происходивших на ней 100 с лишним лет тому назад. Хотя многие из этих историй кажутся похожими на анекдоты, но это только со стороны и спустя столетия с лишним. А вот какими они казались тем, кто оказывался внутри и рядом с ними, мы вам сегодня и расскажем. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».